Подвядшая мимоза, поникшие тюльпаны, уставшие мужчины столпились, как бараны, и мнут в руках подарки, и комкают обертки, и думают, когда же возьмут подарки тетки. А ведь еще вот жопа, и речь толкать придется, а может, чмокать в щеку, ну вот, сейчас начнется. Но невдомек беднягам, что теткам тоже гадко, кому он нужен? 8 марта. Я не верю, что года гасят чувства иногда. У меня другое мнение. Верю, будешь каждый год, пусть хоть много лет пройдет, ты дарить мне в дни весенние. Ландыши, ландыши, светлого мая.